Волгоград готовится к целой череде праздников. Пасхальная неделя, 1 мая, затем и День Победы. Накануне глава региона собрал оперативное совещание в администрации области. Главной темой стала безопасность жителей и гостей региона на время праздников и выходных. С целью обеспечения надежной и бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения, организовать круглосуточное дежурство в органах управления и сформировать во всех органах власти, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях график дежурства ответственных лиц на время праздничных, выходных и нерабочих дней. До начала праздников должны быть завершены все работы по благоустройству, подчеркнул губернатор. Еще одна поставленная задача – обеспечить праздничные выходные дни бесперебойную работу общественного транспорта. Вопросы безопасности будут проработаны администрацией совместно с правоохранительными органами. Особое внимание уделят местам массового скопления людей. На контроле остается также мониторинг пожароопасной ситуации и обеспечение полного комплекса мер для профилактики и оперативного реагирования в случае возгораний. Анна Дребнева при поддержке администрации Волгоградской области.